компания «Алроса» снова помогла в доставке социально значимых продуктов питания. Об этом шла речь на координационном совете по предпринимательству в администрации Мирнинского района. Чиновники и бизнесмены обсудили не только итоги завоза грузов в навигацию этого года, но и подписали соглашение, которое призвано защитить малообеспеченные слои населения. Тамара Бессмертная продолжит. Вопросы, поднятые на координационном совете по предпринимательству, жизненно важны для жителей Мирнинского района. Это прежде всего завоз продовольственных товаров в навигационный период 2016 года и введение социальной карты. Снабжение севера напрямую зависит от привезенных грузов. Лена обмерила, поэтому навигация закрыта и скопившиеся грузы будут ждать открытия зимника. Разговоры о строительстве дороги ни к чему не приводят. На встрече с жителями района президент республики Егор Борисов однозначно сказал: дороги не будет. Содействия от республики нет, а жить надо. Сегодня предприниматели сами ищут пути доставки социально значимых продуктов питания. И, как всегда, помогает компания «Алроса». Ситуация на самом деле сейчас плачевная, продолжается. Мы разными путями пытаемся оказать содействие. Буквально вот на той неделе, выходные, совместно с компанией «Алроса» могли принять решение только по завозу социально более значимых, это муку для хлебопечения, для частично Мирный, Удачный и Айхал, на последнюю бажу, которая направляет «Алроса» через «Алроса Лена». Растет и множится система поборов на самых разных уровнях. Это влияет на цены. Предприниматели предлагают свои решения, но все понимают, что на определенные товары удержать цену не получится. Чтобы защитить хотя бы малообеспеченные слои населения, бизнес-сообщество совместно с администрацией запускает проект «Социальная карта жителя Мирнинского района». Подписание соглашения о сотрудничестве даст возможность покупать некоторые группы товаров со скидкой в 5-10%. Со стороны предпринимателей договор подписали владельцы магазинов «Темп», «Екатерина», «Наш Маркет» и «Каспий». В дальнейшем к соглашению могут присоединиться и другие предприниматели. Завершился координационный совет церемонии награждения предпринимателей, работающих на благо города и района.